Ареа де Ригора, да? А Ригора — это пенальти. То есть, грубо говоря, если видеть слово Ригора, значит мяч забит с пенальти. То есть, грубо говоря, речь идет о штрафной площадке. Рета. Изначально рета вообще это означает сетка, сеть. Но вообще, когда говорят рета, это значит гол. Портьера, голкипер. Дело в том, что когда я учился на первом курсе, я видел, как Джан-Луиджи Буффон дебютировал за сборную. Это было в Москве на стадионе «Динамо». 1-1, да. Это я буду рассказывать детям. Но мы тогда не знали, что это. Просто вышел там 19-летний вратарь в стартовом составе. Но я вот сейчас на него смотрю, и у меня такая мысль тут была. Ну, то есть то, что Буффон велик-то, это, ну, он, по-моему, вышел на новый уровень. Потому что это какой-то безумный уровень максимальной эффективности при минимуме затрачиваемых усилий. Понятно, что уже в его возрасте скакать туда-сюда затруднительно, но он же продолжает выручать, ладно бы он не ошибался. Он в очень хорошей форме, очень за собой следит, и вот эта правильность выбора позиции, она только улучшается с каждым годом.